Всем здравствуйте! Сегодня представлю вашему вниманию вот такой датчик пламени. Мне по объекту попался, очень интересный. Датчик пламени системы Болит, Спектрон 207. По нему скажу, монтируется очень просто. Сейчас разберу коробку и покажу поподробнее. Так вот, разобрал сам датчик пламени. Тестовый магнит, как видите, его можно отцепить. Если надо проверить, снимаете магнит, и датчик дает тест. Кронштейн. Крепеж кронштейна. В комплекте саморезы это кто пользуется штатными. Я обычно пользуюсь своими, поэтому... это выкидываю. И паспорт. Конкретно по датчику пламени. Подключается к линии ДПЛС КДЛ. C2000 КДЛ. Полярность плюс, минус черный. Красный плюс. В принципе, ошибиться невозможно. Если вы неправильно подключите, он просто у вас не заработает. При правильном подключении загорается светодиод красным светом. Ну, в среднем где-то 10 секунд. В упроге программировать. Определяется он как Спектрон 207. Активируйте его. А после выбирайте программу 3. Тройка. Тепловой датчик. Работает отменно. Проверял. Все, никаких замечаний. Простота подключения, поэтому всем рекомендую, пробуйте, пользуйтесь. Все, всем спасибо, до свидания.